Жители бараков в поселке Смолининово ждали этого дня не один год. Ключи от новых квартир им вручали в торжественной обстановке. Люди, кажется, до сих пор не верят, что будут жить в современном доме с комфортной планировкой. С новоселами встретились наши корреспонденты. Ключи от новых квартир жители старых бараков Смолининова ждали несколько лет. Современный комфортабельный дом по программе переселения из аварийного жилья построили на Маяковской, центральной улице поселка. Конечно, для жителей Смолининова это большой праздник, что переселили людей с ветхого жилья в новое жилье. В наше время это как бы очень большая редкость. Те самые бараки, из которых переселяются около 40 смолениновских семей, еще некоторое время будет видно из окон нового дома. Скоро старое жилье с удобствами на улице снесут. Новоселы попросили дать им месяц на переезд. Архитектура у дома довольно-таки и интересная. Снаружи такой современный урбанистический стиль, а внутри красивые квартиры с различной планировкой. В доме на Маяковского 6 этажей. Квартиры от 1 до 3 комнат. Новое жилье не требует дополнительных косметических работ и оборудовано всем необходимым. Кухонные плиты, сантехника, электрообогреватели. Квартиры в данном доме отделаны под ключ. То есть, соответственно, ламинант, потолки, отделка. То есть можно заходить и свободно жить. И плиты, во-первых, и ванна полностью оборудована. Как бы обойки, ну чистенько, ну хорошо, будет уютно. В Смолининово программа по переселению граждан из аварийного жилья продолжится. До конца года в поселке сдадут еще один новый дом. Владимир Клюшников, Максим Евсеев, «Панорама».